Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в обзоре профессиональный набор инструмента от компании Kingroy. Код товара 120 МДА. Набор состоит из 120 предметов. Kingroy — это профессиональный инструмент. Ну, по отзывам можете очень много отзывов найти в интернете по нему, очень много положительных отзывов. До 90-х годов инструмент Kingroy, до конца 90-х инструмент Kingroy выпускался в Германии. Сейчас производство перенесли на Тайвань, хотя качество при этом не пострадало. Начнем с комплектации набора. Три трещотки, соответственно, три рабочих квадрата, 1/4, 3/8 и 1/2. Трещотки здесь идут на 24 зуба, трещотки силовые считаются. Есть реверс, переключение право-влево, быстрый сброс головки. И особенность трещотки, она полностью идет металлическая, то есть нет накладок пластиковых или резиновых. Это большой плюс, потому что со временем пластиковые резиновые накладки выходят из строя. Здесь полностью металл и вот такая вот насечка для того, чтобы рука не скользила во время работы. Ну и самое основное — это надписи, которых часто спрашивают очень перед покупкой. Поэтому мы сразу в видео их показываем. На трещотках надпись Kingroy и есть надпись Germany и хром-ванадиевая сталь. Материал изготовления — хром-ванадиевая сталь. Длина трещотки под квадрат 1,2 — 250 мм. Трещотка под квадрат 3/8 также имеет реверс, быстрый сброс. Длина ее 200 мм. Рукоятка также полностью металлическая. Ну и надписи тоже Kingroy, Germany, хром-ванадиевая сталь. Также 24 зуба. Трещотка под квадрат 1,4. Длина 140 мм. Есть реверс, быстрый сброс. Также 24 зуба. Металлическая ручка. Отверточная рукоятка. Длина 150 мм. Есть присоединительный квадрат. Можно подсоединить трещотку. Ручка здесь пластиковая полностью. Применяется она или с головками под квадрат 1,4 для труднодоступных мест, или с битами. Биты используются через переходник. Такой переходник одевается она. И получаем отвертку. Дальше по битам я покажу. Удлинители. Под 1/2 у нас два удлинителя, 125 и 250 мм. Также на удлинителях есть надписи Kingroy. Два удлинителя под квадрат 3/8, 75 мм и 150 мм. И под 1/4 дюйма один удлинитель, 50 мм короткий. Три кардана, 3/8, 1/2 и 1/4. Карданы здесь не разборные, то есть металлические вставки вставлены. Но это не ухудшает их качество, то есть инструмент профессиональный. Свечные головки, две свечные, 16 и 21 мм. Внутри есть резиновые вставки для того, чтобы свеча не выпадала. Четыре головки ударные для использования с гоковертом под квадрат 1,2. Размеры 17, 19, 21 и 23 мм. Сейчас посмотрим, может, точно. 23 мм ударная. Особенность данного набора 120 МДА, здесь есть набор дюймовых головок. Это для работы с автомобилями американского производства. По размерам я вам тут сейчас читать не буду. Размерная сетка указана и на пластике, и на самих головках есть. Общее количество головок дюймовых составляет 23 штуки. Они в наборе обозначены красной линией. Синяя — это обычный шестигранный профиль. Красная — дюймовые головки. Дюймовые размеры. И головки шестигранные. Под 1/4 у нас 10 головок. Головки подписаны здесь
по размерам и ячейкам, где лежат. Головки 3 восьмых 11 штук, вот ряд. И под одну вторую у нас 7 штук. Самый маленький размер у нас 4 мм под одну четвертую. И самая большая головка 32 мм, шестигранная. Вес головки составляет 219 грамм. Ну и самое основное, что отвечаем на вопросы. Синяя полоска, видите, особенность кенгрой. Кенгрой, Джомани, хромованадевая сталь, 32 мм на металле надпись. Опять кенгрой, Джомани, ЦРВ, хромованадевая сталь. Это основные вопросы, когда заказывают инструмент кенгрой. Надпись Германия сейчас уже не пишут на наборах 108 и 94. Осталась эта надпись только на 120 МДА, то есть на больших наборах в основном. Длинные головки. В наборе их 8 штук. Самая маленькая 8 мм длинная. И самая большая 17. То есть их здесь немного. Головки Торкс. Тоже 8 штук. Е8. Самая маленькая Торкс. И самая большая Е20. Биты под 3 восьмых и 1 вторую дюйма. Здесь общее количество бит 17 штук. И они уже впрессованы в переходник. Вот такие вот. Также здесь надпись, но я не буду их читать постоянно. То же самое. Джомани, кенгрой, все что и на головках. Биты здесь крестовые, шлицевые. Биты Торкс есть, шестигранные и крестовые вот тоже. Биты под 1 четвертую используются с переходником. Общее количество их здесь подбиты под 1/4, 7 штук. Вот такой переходник. Под 1/4 биты идут с профилем Торкс. Торкс обычный и Торкс, вот, получается у нас здесь идет ток с отверстием биты под 1/4. Вот такие. Вставляйте нужную биту в переходник. Ну а дальше трещотку или отверточную рукоятку. Также биты на пластике. Все подписаны, согласно размеров и ячеек, в которых они находятся. И набор комбинированных ключей, 10 штук. По размерам 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 и 19 ключи. Ключи очень хорошо отполированы. Также надпись Германия, кенгрой, 19 мм и хромованадевая сталь. Так, по комплектации все рассказал. Инструмент высокого качества, соответственно, он хорошо, нету следов от литья, инструмент хорошо отполирован, нанесено защитное покрытие матового цвета, ну и надписи я уже показывал, на каждой единице инструмента есть надпись на металле с логотипом Kendroid. Кейс здесь будет попроще. Кейс цельнолитой, нет зависа посередине, ну замки металлические, хотя есть внутри металлические вставки. Такие замки. Инструмент верхней крышки хорошо защелкивается, то есть вопросов нет, то есть не выпадает при закрывании. И сейчас покажем по габаритам самого кейса. Логотипа на верхней крышке нету. На 120 МДА кейс без логотипа верхнего, на верхней крышке. То есть на кейсе нет логотипа. Габариты кейса. Вес 87 кг. Длина 34 см. Ширина 44 см. Высота кейса 8,5 см. Опирание очень хорошо закрывается. Плавно все. Без усилий. Пластик продавливается пальцем, но пружинит хорошо. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Кому это видео помогло с выбором инструмента, ставьте лайк. Спасибо, до свидания.